200 тысяч подозрительных банковских транзакций и контракты по десяткам крупных месторождений в стране проверяет Комитет по возврату активов в Генпрокуратуре. С начала года государству уже вернули активов на 325 миллиардов тенге. Удалось изъять 500 000 гектаров незаконно приобретенных земель. Суд в полном объеме удовлетворил иск комитета о необъяснимом богатстве на 5,5 миллиардов тенге и возврате ювелирных и культурных ценностей на 400 миллионов тенге.